В Северо-Казахстанской области затянулась жатва. Из-за дождей хлеборобы не могут завершить уборку урожая, а уже в собранном высокий процент влажности. По последним данным областного управления сельского хозяйства, в зернохранилище засыпано порядка 4 миллионов тонн зерна. В битве с погодой за урожай наш следующий материал. Работа на таку кипит. На помощь к хлеборобам вышли даже безработные женщины. Например, в этом хозяйстве прием зерна ведут 18 девушек. С 8 до 7 мы работаем, помогаем хлеб убирать, перерабатываем, на мехтака завозим. Мужчины в поле работают, помогают убирать урожай. Работать лучше, чем дома сидеть. А вот на полях картина совсем иная. Хлеборобам мешает ненастная погода. Комбайнеры выходят в поле в перерывах между дождями, выбирая уже не погожие дни, а хотя бы часы. В результате страдает качество зерна. Дожидаемся в поле, чтобы зерно было в пределах 14%. И берем. А в этом году сейчас нету такого зерна, мы никак дождаться не можем. У нас получается, вроде начинаем дожидаться 17-18% влажности, и идет дождь. Вот так оно получается. Поэтому очень сложно в этом году взять сухое зерно. Несмотря на трудности среди хлеборобов края, есть и передовики. В селе Макжан Джумабаев уже собрано 80% урожая. Радует и средняя урожайность 17 центнеров с гектара. У нас влажность больше 22%. Мы убираем. Почему? Потому что у нас в хозяйствах имеется зерно-сушилки, которые могут сушить в сутки более 19 тысяч тонн зерна. Если верить прогнозам синоптиков, погода в ближайшее время не изменится. Поэтому земледельцам Северного Казахстана придется запастись терпением. Асель Русалиева, Анжела Гарипова, Айдарбек Айтмухамбетулы, Тулеген Иманов, Дмитрий Рура, Северный Казахстан.